Здравствуйте, это моя жена Анна. Это мой муж Влад. Приехали мы с Мариуполя. Приехали из-за того, что мы там потеряли все, что было у нас, что пережили мы. Сказать многое можно, как бы, и рассказать. Было страшно. Но, слава богу, мы выбрались, пережили это. Решили приехать в Беларусь. Познакомились мы в 2014 году в ресторане. Нет, в 2015 году в кафе, да. В кафе познакомились, да. И то, как познакомились. Опять любовь же, с первого взгляда. Не, любовь с первого взгляда. А как познакомились? Познакомились как раз, когда вот начался вот этот переполох. В 2014 году в Донецке. Вот эта война там у них там, как бы, ну, уже что-то менялось. Начиналось. И военных тоже много было у нас. И что-то пристал ко мне военный. С ни с чего. Он меня перепутал просто с каким-то человеком. Да. Хотел выйти поговорить со мной. А, эта девочка... Решила защитить. Защитить. Мол, что ты, говорит, обижаете наших парней? Их и так мало. Ну и сразу, как с первого взгляда, как говорится, любовь с первого взгляда. И все, и с этого у нас пошло, блин. Как все нормальные люди. Все покупают, все живут для себя, как бы отдыхают. Все в дом, работа, семью. Да. Дом, семья. Проснулись, отработали, встретились, выходные, с друзья, как говорится. Ну, как люди, все нормальные жили. И просто я же говорю, в один прекрасный момент, это 24 числа, просто вот так встали от того, что начался шум техники и всего прочего военной. Мы еще этому просто, как вот началось, вот там 24 числа, мы еще в это, как сказать, не могли поверить, что такое может быть вообще. Ну, вообще в 21 веке может быть такое, блин. Ну, все живут, должны как-то же тогда мирно решаться вопрос. Ну, не войной же, блин. Когда ты спишь и потом просыпаешься от того, что ты все уже. Ну, и первые мысли мы об этом нет. Уже в марте, в первых числах, мы как... Ну, мы уже хотели начали выехать, ощущать. Но нас не могли, не, да, мы не хотели выпускали выехать, из города. Нас не выпускали из города. Потом моих друзей, как я слышал, те, которые хотели выбраться, их целую семью просто взяли, расстреляли. И люди боялись из города выехать. Мы как были в котле в этом. Ну, потом 17 марта. Не смог. Ну все, успокаивайся. Давай ты расскажи, не смог. Сейчас я успокоюсь и не смогу это сказать. Не было ни полиции, никого не было. Все, как, людям же надо было за что-то жить, как-то есть уже. А все было закрыто в начале марта, уже было все закрыто. А людям же что оставалось делать с маленькими детьми и это. И люди начали просто бить витрины, брать с магазина все, что им... И на это ни полиция, никто не обращал внимания. И люди брали, и город начал просто все, вот, кто что видит, то и берет. Ни воды, ни еды. Ничего не было. Маленькие дети болели в подвалах. И все люди спускались в подвал. В подвале жизнь проводили эту, блин, месяцами. По 2-3 месяца люди сидели в подвале, не могли выйти. Отец нас спас, это было вообще, это как раз был такой время, когда вот была, в нашем районе была перестрелка. Мы как раз забежали, мы готовили еду на костре, выходили просто, готовили еду на костре, пока было затишье там, что они там перезаряжались или обедали, как говорится. И в это время началось... Стрелять начали друг друга, они там, я не знаю, кто кого. И мы все побежали в подвал. И потом где-то, ну сколько, через час заходит в подвал мой отец. 17 марта это было. Как раз, когда этот весь разгар был в нашем районе. Заходит мой отец. Ну, не поверили, просто не поверили в это. Мы грязные, ну это просто, ни воды ж ничего нету. Черные. Черные там, как говорится.
Заходит отец, говорит, поехали, собираем. Мы как поехали? Тут же только стреляли. Он говорит, я вот перешел дорогу, давайте быстро, блин. И мы вот то схватили, чтобы видели там документы. Мы вот там все схватили, это документы у нас были в рюкзаках. Мы схватили эти документы, через дорогу перебегаем, тут стреляют, тут еще что-то, блин. Нам кричат, давайте быстрее. И мы вот в машину сразу и через город. Кое-как мы там выехали, потому что все разбито, просто ни дорог, ничего, все в дыму. Были в шоке, потому что... Танки катаются. Ну, это просто, я не знаю. И потом мы уже ближе к городу выезжаем, там уже, как говорится, была Россия. Они нас уже и сопроводили, сказали, не бойтесь, все нормально, тут вас уже никто не тронет. И вот мы выбрались, нам помогли. Мы выбрались и попали домой. Спасибо отцу, нашему герою, за то, что так. Если б не он, так бы мы и сидели там бы. Но уже последний вот этот, как говорится, до отца, когда он приехал, уже просто были такие мысли, просто взять все вот так и идти просто куда-то, идти пешком, пешком куда-то на выход, чтобы не видеть этого, не слышать. Просто уже ни еды не было, ни попить не было, ничего этого не было. И это спасибо отцу, что за это он нас спас. Ничего абсолютно нет. Сейчас только стройки начались, полные. Магазины продуктовые открывают. Открыли, да, продуктовые магазины, чтобы людям просто было на что есть. Как говорится, никуда не выйти, не отдохнуть, не расслабиться в полную силу. А не расслабиться то, что постоянно ты слышите звуки вдалеке, где-то, ну как, Мариуполь сам не стреляют, но где-то вдалеке что-то срабатывает, что-то какое-то летит. Душевно нельзя расслабиться. Да, после того, что мы пережили в Мариуполе, мы все равно ночью спим, и мы слышим какой-то шорох, что-то это, уже, как говорится, организм, голова с ума сходит от этого. Не отдыхает полностью. И жене говорю, давай соберемся, говорю, у меня есть родственники в Беларуси, братья, сестры, говорю, поедем туда, пролечимся заодно, то, что мы перемерзли в этом подвале, все как бы это. Были вопросы по здоровью? Были вопросы по здоровью, да. Я говорю, давай поедем в Беларусь к моим родственникам и проживем там. Может, я говорю, и там останемся, говорю, может, тебе понравится. Да, нам понравилось, как бы, здесь хорошо, здесь природа, здесь люди добрые, здесь, ну, все для жизни, как говорится. И то, что есть родные, которые можно плечо, как говорится, наклонить и помощи какой-то попросить от родных. Мне муж предложил приехать в Беларусь, как бы проведать своих родственников, познакомить меня с ними. Показать природу. Здесь очень красиво, все зелененькое, трава, очень красивые леса, природа, озера, сосновый бор очень вообще красивый, пахнет свежим воздухом, все понравилось. И приехали мы еще сюда за медицинской помощью, были у нас вопросы по здоровью. Нам не отказали, приняли в поликлинике, предоставили нам медицинскую помощь, не отказали. Нам понравилось, встретили нас приветливо, никто нам не грубил. Все улыбались и нормально как бы отвечали на наши вопросы, то, что нас даже интересовало. Даже скидки делали, как говорят. Да. И нам лечение назначили 100%. За сколько лет нам никогда никто так не говорил, как здесь все сказали. Да. Спасибо им. Здесь тем, что хорошо, это природа. Мне нравится здесь лес вот этот. Но самое главное, мне люди здесь нравятся. Здесь спокойно как-то вот, нету этой суматохи как-то вот. Европа, Европе почему тоже не нравится? Мне, как говорится, здесь русскоязычный народ. Здесь мы друг друга все понимаем. Куда-то ехать в другую страну непонятную, на каких-то языках там все разговаривают. Ну, это не мое, это не для меня. Я люблю вот такое вот, вот как Беларусь. Вот. И мне здесь хорошо, мне здесь нравится. Я никуда не хочу ехать в какую-то Европу. Люди приветливые, отзывчивые. Не хочу, мне здесь нравится. И здесь мои родные все. У меня даже в планах здесь остаться и начать свою жизнь. У меня вот есть друзья, они
поехали в Европу, там, кто в Германию уехал, кто, вот у меня хороший друг, я с ним работал, он сейчас находится в Калифорнии, в Сиднее, как он говорит, рассказывал мне, что вот, Влад, приезжай ко мне, типа, забирай жену, это. А потом через время где-то он мне звонит, типа, Влад, не едь сюда, здесь как бы народ неприветливый. И вот я хочу, говорит, обратно домой приехать, говорит, в Мариуполь. Ну, то ты звал, то теперь ты в Мариуполь. И другие друзья у меня, вот даже вот, тоже не знаю, там в Германии или где они у меня, они тоже не говорят как бы. И они все возвращаются домой. Ну, как говорится, пожили и хватит, блин. Мы вам дали руку помощи, а теперь... У меня знакомые, как бы, в основном остались в Мариуполе. Ну, вот есть две подруги, которые... У меня одна уехала в Испанию. У нее двое детей. Они жили там по программе, а теперь, она говорит, их с программы сняли, не предупредив ее об этом. А она была на тот момент на испанском, изучала язык, приезжает в хостел, где они были по программе, а детей нету, их забрали в детский дом. И теперь ей нужно найти официальную работу, как бы, то есть она недовольна, сидит там, плачет, потому что дети в детдоме, а она не может найти официальную работу и теперь не может сюда даже выехать. Мы с мужем... Приехали. Ни вещей, ничего у нас не было. Блин. Были чуть-чуть только зимних вещей. Да. Тут потеплело. Думаем, пойдем на рынок, сходим, возьмем там что-нибудь. Костюмы, что-то там такое, вещи посмотрим. Ну и так разговорились с человеком-продавцом. Мужчина, женщина. Да. А вы откуда, они спрашивают. Ну, они говорят, мы видим, что вы, типа, ну... Не местные. Как, да, не местные, блин. А, Россия, не то что... Рассеянные, как она сказала, да, нам? Не, она говорит, а вы откуда? Я говорю, мы с Мариуполя. Она говорит, вот, боже. Так они нам очень, как говорится, посочувствовали, посоветовали, куда можно обратиться. Да, помощи, ну, как говорят, мы вам куда можем помочь, обратиться. Говорит. Можете, говорит, запишите нас номер телефона, мы вам, говорит, поможем. Мы вам куда-то... И сделали нам маленькие подарочки приятные. Или отвезем вас куда-то, говорит, там, ну, спасибо, конечно. Ну, и все, даже вот людей, даже вот сколько вижу, даже моих братьев, сестер, там, ихние друзья-друзей, как, и они даже вот, ну, приветливые, и всегда вот помощь. Может, вам куда-то съездить, может, вас куда-то отвезти, там, говорит, или что-то вам помочь. Помочь, да. Ну, в этом, конечно, спасибо им всем. И я думаю, каждый человек нормальный, адекватный, поможет, ну, помощь предложит. Мы очень рады, что мы побывали в Беларуси, и я, и муж, нам очень здесь понравилось, как бы, мы бы очень рады даже сюда здесь, вернуться. Здесь, как хочется улыбаться постоянно. Все прекрасно, все хорошо. Есть рабочие места и есть куда вернуться. И мы бы очень хотели сюда приехать еще раз. И даже мы будем приезжать. Да, остановиться бы даже здесь хотелось пожить некоторое время. Может, в планах мы что-то сейчас переосмыслим. Как съездим к себе на родину, отца хотим увидеть, родных опять же хотим увидеть. Маму, папу. Маму, папу, да. Тети, дяди, то также. И вообще в планах мы хотим приехать сюда. Так что приезжайте в Беларусь, здесь очень хорошо. Да, в Беларуси прекрасно.